Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня выходные, и по идее должны поменяться акции. Сейчас посмотрим, побегаем. Сделаем обзорчик мини по акциям, чего есть на серверах. Может, что-то интересное добавили. Так, поехали, Тайванька. Так, точнее, трата, в принципе, такая же, как и прошлую неделю была, ничего не поменялось. Топовая акция по 300. Здесь награды тоже не поменяли, за 20к. Ну, конечно, не очень плохи по сравнению с другими серваками. Так, базарчик, огник. 20 осколков дуэлянта за полпака продают. Ну, такое, плюс такие осколки. Ну, в принципе, более-менее. Так, за большой пак. Вообще бред. Расходники. Да, ничего, никакой халявы здесь нету. Так. Ну-ка, что тут по плюхам? Тоже ничего не поменяли. Русталка, королева ос сразу целая дается. Оператик здесь такой средненький на сегодня. По сравнению с другими серваками, то, конечно, он не очень. Такс. 5 осколков всего дают. Ну, в общем, и все. Так, что тут по акциям еще глянем. Может, что-то интересное есть. Нифига себе, они осколков налепили. 100, 100, 100, 100. Никто не бегает в эту акцию, не играет. Поэтому столько осколков. Так, и выращивай призы. Ну вот здесь неплохое. Ну, такой же, наверное, как и на русском. Это анонимки, только вариация есть выбора. Тут вы можете просто вот так вот. Считайте, уже 9 за 2 дня, 10 штук. Такс, форты завтра у нас, понятно. Поехали дальше. Поехали на английский сервер. Глянем, что нам англичанка сегодня приготовила интересного. По идее, должны быть наборы накопления, но что-то я не вижу. Так, коллекционер. Такой же, как и был, третий раз он уже идет. Что-то я очень часто не начал его запускать. Магазин скидок. Такое же, как и было, вроде все. Да, 6-3, ничего не поменяли. Ну, остров тут. Убрали, поменьше зефиров сделали, поставили дуэлянтов против Тайваня, видите, что делается. Так, здесь зато есть сегодня набор на питомцев, на трату. Самики, кстати, возвращают за 15к, ну, то есть 3к тратите, остальное получаете бонусом. Возврат. Так, тут уже 50 осколков лепят. Тут у нас расходники. Ничего такого сверхинтересного нет. Вот 200 молоточков, кто спрашивал, продают ли за пятерку. Ну, где-то раз в неделю продают. Так, Ньюманспак. Ну, такое себе. Что-то нету ничего, 90. Гифт-карты опять продают. Беспонтовые 1+1 действует на нюанс пак. Ну, это более-менее интересное. Так, Dragon Orbs, Banaza. Ничего больше такого интересного нет. Что тут по нюанс пакам? Ну, бессмысленный пак.
Еще есть смысл вот этот вот брать. Карт набрать. Так, окей. Нету накопления. Странно очень. Поехали дальше. Немочка. Посмотрим, что нам немочка приготовила. Может, на немке хоть что-то интересное будет. Так, тут опять вернулся. Ну, смотрите, здесь вы можете 7 монеток надолбить. Сразу 2 штучки. Еще раз нажимаете. Еще 2. И еще раз. Итого 8 штук. Вот чем немка хороша. А потом следующий там был. Там на выбор давали, но что-то. Так, а ну-ка, интересно, бесплаточку получить. Понятно. Так, смотрим базар. Такое, такое. Да, ничего, тоже на рынке что-то вообще печальные выходные. Может, в 11 обновится. А вот и немецкий коллекционер. Так, сколько здесь дают у нас? Здесь 5 осколков всего дают. Пиратик. Ну, немецкий пират, реально. Один из кайфовых. Зефир. Огник, вторая роза. Ну, розу я уже здесь забрал. 100 камешков. Можно фобу получить за рольных по 1200, поэтому. И один из топовых коллекционеров героев, посмотрите. Самое интересное вот это. Заходите, за ЗПшки можно заролить все, что надо. Так, остальное все осталось. Давайте попробуем голема заролить. Блин, мест не хватает. Что тут у нас такого набралось? Вроде продавал. Так, это мешочек с розой, еще 10. Скин на стрелка. Блин, маловато места будет. Сейчас попродаю книжечки. Ну вот, за ЗПшки. Алхимик. Да, голем что-то не идет. В прошлый раз он наш быстренько наролился. Бочка. Хотя и зелень. Еще одна бочка. Ладно, давайте добавим, все равно никуда не денешься. Вот он. Вот так вот. Заходите и забираете опять. Опять заходите и забираете сумочку плюс. Топовый талантик для бездона, для архидемона вообще огонь. У меня тут еще и сундуки валяются. Короче, полный хаос на этом сервере. Вот так вот. Вот так вот заходите, делаете вот так и бум, 80 осколков. Просто бешеный сервак. Так, окей, поехали дальше. Поехали на русский сервер еще глянем. Что у нас на русском, я гляну, что на Айсе творится. Есть ли смысл туда вообще заходить. Что там интересного нам приготовили. Так, на Айсе 1 плюс 1, подарочные карты, коллекционер, вот такой себе коллекционер, не очень, хотя, в принципе, покажу вам сейчас. Такс,
Набор, выращивай подарок начала месяца. Донатный, что ли? Сейчас посмотрим. Что тут на русском сервере? На русском сервере халявы не может быть. Так. Вот он. Да, за донат. Еще раз посмотрю, какие подарок 1, подарок 2. Да, за большой пак, причем цветущий, разбей, большая выгода, подарки тут. Подарки тут, это, по-моему, если я не ошибаюсь, за покупку. Да, понятно все. Колесо, парящий. Ничего такого сверхъестественного. Посмотрим, что на рынке. О, вот смотрите, дуэлянт на русском дешевле всего получается. 50, 30. Вот хорошие паки сегодня. Так, дуэлянт, осколки. Но нету осколков таких. Так, 400, пальцы. О, ничего себе. Вот это да, ребятушки, набор одного самоцвета. Ну хоть что-то, какая-то халява на русском сервере. Забрал сразу Артемке. Да. Парящий. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. А, какой ставьте лайки? Сейчас я еще забегу. Сейчас зайдем с вами еще на Тайвань. Ой, не на Тайвань, а на АЭС. Так, вот айосик наш. Давайте бесплаточку. Шаман, шаман. Так, специальная подарочная, видите, ничего нет. Ну, зато посмотрите на коллекционера. Выбиваете ведьму, получаете бугимана и командору. Вот это реально круто. За Феникса. Ну, тоже пятый. Магазин скидок. Обалдеть. Посмотрите, скин на ворожай реально топовый. За самики и Prime. Тоже за самоцветы. Блин, 4000 самов. Так, парящий. Вот такое, как обычно. На рынке тут все то же самое, что на английском сервере. Блин, ну неплохо. Вот магазин скидок порадовал топовым скином. И коллекционер героев тоже, в принципе, неплохое. Надо 4000 самов нафиячить каким-то образом. Но, в принципе, это не проблема. Можно будет попробовать. Так, ремочка, вот у меня уже почти 3 есть. Осталось всего лишь немного, посмотрим, может и заберем. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. АЭС тоже удивляет. Всем удачи, всем пока.